Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Вот такой неожиданный поворот произошел у меня вот с этим вязанием, с этим проектом. Получилось все не так, как я задумывала, но в принципе я очень довольна. Такой вещи у меня еще не было. Это, скорее всего, жилет болеро. Это очень короткий жилет. Напомню, что спонсором этого проекта является прекрасный магазин Woolrite, который предоставил вот такую итальянскую пряжу Alta Moda Cashmere 16 от Lana Grossa. Да. Здесь очень хороший состав. 78% это шерсть меринос, 12% кашемир и 10% полиамид. 110 метров в 50 граммах. Напомню, что не сразу у меня все получилось, потому что я отошла от рекомендаций производителя. А именно, производитель рекомендовал спицы 8. Я же изначально вязала на семерке. И те, кто со мной давно на канале, те видели, что у меня получилось. Я все распускала и перевязывала восьмерочкой. Большое спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку. Значит, почему я изменила проект? Потому что, значит, я вчера присоединялась вот здесь вот спицами к резиночке с той стороны и начинала вязать как бы низ. Такая была задумка. Конечно же, другой пряжи, потому что эта пряжа у меня была в обрез, всего 250 грамм. И вот посмотрите, что у меня осталось. Здесь, наверное, буквально метр вот этой пряжи. И задумка, конечно же, была связать, скомбинировать эту пряжу с другой пряжей и связать вот такое комбинированное изделие с низом из другой пряжи и провязыванием, вывязыванием рукавов также из другой пряжи. Вот это та самая пряжа, из которой, которую я хотела использовать, чтобы связать вот низ изделия и, конечно же, связать рукава. Я, значит, вчера соединила два сложения пряжи Ангора 2 от Мидары. Вот эта пряжа сейчас у меня в руке. И одно сложение пряжи Ситал. И... Значит, привязалась с другой стороны, набрала аккуратненько петельки, в общем, высчитала плотность, сколько мне нужно набрать этих петель, уже планировала даже об этом рассказывать в видео, провязала где-то вот такое расстояние, примерила и посмотрела, что мне совсем все не нравится. В итоге пришлось все распустить. Отделить, как говорится, мух от котлет, потому что пряжа же вся смешалась, и нужно было опять все вернуть на места. То есть отделить два сложения Ангоры 2 и одно сложение пряжи Ситал. А в общем, в этом помог мне, конечно же, любимый Лешек. И вчера мы полвечера все это распускали и отделяли. Пока я распускала, приходили разные мысли, а что же делать, а как быть. Надо же как-то выходить из положения. И в итоге из положения я вышла очень-очень просто. Я оставила вот то, что у меня получилось, как готовую уже модель, готовую работу. Значит, я вам... Не знаю, или вы уже видели в приролле к этому видео, я продемонстрировала вам, как это красиво смотрится с другими вещами, либо я это сделаю в конце ролика. В общем, вы все это увидите.
И я поняла, что мне больше ничего не нужно делать. Единственное, у меня теплится еще мысль связать из шелкового блеска и, возможно, использовать вот эту вот пряжу Мидара от Ангоры, вернее, Ангора 2 от Мидары, производитель итальянский, либо вообще ничего не делать. Вот хочу дождаться ваше мнение, ваши комментарии. В общем, девочки, вот такие дела. Почему же не пошла вот эта задумка? Я объясню почему. Во-первых, может быть, низ должен быть очень легким, вот типа что-то паутинки. У меня уже даже задумка связать очень тоненькое полотно, вернее, даже не полотно, а отдельный, может быть, джемпер, который будет одеваться вниз, но он должен быть очень-очень легким. Вот. Либо вообще ничего не делать, а носить этот жилет болеро просто вот отдельно, как автономную вещь. Я пока не решила. У меня есть джемпер «Мираж», который мы с вами вязали по идее Светланы Волкодав. И я сейчас вам покажу, вернее, расскажу и покажу свои мысли. Вот, пожалуйста, посмотрите, какие мысли у меня возникли. У меня есть в наличии вот эта пряжа «Шелковый блеск». Она очень-очень струящаяся. Здесь «Шелковый блеск» с добавлением «Мохера» от «Альпина Дженни». И вы посмотрите, какое легкое струящееся полотно. На мой взгляд, очень красиво подходит под вот этот цвет и под этот жилет. А что если связать отдельную модель, очень простую, может быть, с V-образным вырезом, и просто одевать ее вниз под этот жилет болеро? Я пока не решила, девочки, честное слово. Я не знаю, нужно ли это делать, но, может быть, я пока отвлекусь на другой проект, отдохну немножко от этого проекта, потому что были перевязы, были, так скажем, творческие муки, и я немножко подустала. Может быть, стоит отдохнуть, а потом связать вот такую дополнительную модель, именно, ну, конечно же, она может быть потом и автономной, но и можно одевать под вот это вот болеро. В принципе, мне нравится вот даже в данный момент, как это болеро очень хорошо сочетается с другими невязанными изделиями, с платьями, рубашками. В общем, вот такие мои мысли. Значит, теперь давайте расскажу по этой работе. Что здесь, какие приемы были использованы и что я изменила, отходя от описания. Ссылку, конечно же, на источник я оставляю под каждым видео. Во-первых, я сделала скос плеча, не закрыла прямо, а сделала скос плеча. Горловину я никак не обрабатывала со спины точно. Вот вы видите, здесь просто закрытые петли и все. Конечно же, там немножко другое закрытие. Там всего один разворот, но это спина. Значит, перед я просто протамбурила. То есть вот здесь вот тамбурный шов по краю. И он идет от одного плеча к другому. Повторюсь, что по спинке я ничего не делала. Там и так все красиво лежит. Что я еще добавила? Вот рукавчик, значит, в источнике здесь просто 3 лицевые. Я же сюда добавила элемент, который участвует в самом джемпере. То есть вот эти 3 лицевые с одной вытянутой. Как ее вязать, я вам показывала, по-моему, в прошлом ролике. Вот так вот у меня заканчивается рукав. Вот, в принципе, и все.
Ну, про резинку, которая переходит очень красиво в узор, мы уже с вами говорили тоже в прошлых видео. И единственное, что я еще сделала, это протянула шнурок вот здесь вот. Просто шнурок, даже не вязаный. Я пыталась вязать, но мне не хватило пряжи. Здесь просто чистая вот эта пряжа. Завязывается с другой стороны, чтобы не было видно ничего. Вот, он как бы притягивает низ изделия, что и фиксирует его, потому что без этого шнурка смотрится, ну, как-то вообще не очень. Теперь, значит, сшивала я, теперь уже знаю название, спасибо вам, мои добрые зрители, сшивала я здесь матрасным швом. Тоже, как это делать, есть на канале, если не найдете у меня, просто в поиске YouTube наберите матрасный шов, и вам вылетит много видео, посмотрите, как это сшивается. Очень-очень аккуратно все получилось. Сейчас я выверну изделие. Посмотрите, как оно смотрится с изнанки. Ну и оцените его аккуратность. Итак, плечевые швы методом трех спиц. Но я это делаю при помощи крючка. То есть две спицы и крючок. И крючком я соединяю два полотна по открытым петлям. Очень-очень удобно, гораздо удобнее, чем это делать спицами. Значит, очень аккуратная изнаночная сторона. Вы здесь нигде не найдете, это изнанка, не найдете торчащих ниток, но здесь есть одна хитрость: каждую ниточку, каждый кусочек пряжи я при помощи иглы пришивала, потому что пряжа достаточно толстая, и просто ее заправить в полотно, я думаю, недостаточно. Вот вы здесь видите, я нашла шелковую тонкую ниточку, у меня нашлась розовая ниточка шелковая, я вам сейчас ее покажу, и я при помощи иглы вот эти все кончики от остатков, ну, при соединении пряжи, я все пришивала к полотну, чтобы все было аккуратно, потому что, на мой взгляд, ну, такая толстая пряжа, она все равно высмыкнется при стирке, и это будет некрасиво. Я сторонница того, чтобы и изнанка выглядела практически как лицо, чтобы не было никаких торчащих ниточек. Вот, в принципе, и все. Я думаю, что если вы захотите связать такую модель, описание очень-очень достойное и понятное. Конечно же, хорошо бы связать, и у меня в мыслях связать именно такую модель с бахромой. На бахромой даже и речи быть не может. У меня, вы видели, сколько осталось пряжи, а бахрома тоже забирает много пряжи. Очень красивая модель, и хочется ее исполнить, что называется, в полный рост. Не вот такой укороченный вариант, а именно джемпер в полный рост, то есть полноценный. Ну что, это, скорее всего, будет другой проект. Очень понравился моей дочери. Я сейчас, кстати, еду к ним в гости, покажу ей, может быть, она примерит на себя, и, может быть, мы даже решим связать этот джемпер уже в полном объеме, настоящий, в полный рост, и если ей понравится, я ей свяжу. И пряжа у меня подходящая есть. Так что все впереди, возможно, буду вязать. Ну, показывать, конечно же, уже не буду. Но если какие-то будут моменты изменения, да, конечно же, покажу. А так, в принципе, я это буду делать за кадром. Ну, что показывать, одно и то же. Я думаю, что вам будет это неинтересно. Но дочери вот именно с бахромой модель очень-очень понравилась. Ну, а я буду носить то, что у меня получилось. Ну вот, мои хорошие, вот такое небольшое видео о готовой работе.
Я надеюсь на ваши комментарии. Напишите мне по поводу продолжения готовой модели под этот жилет Болеро. Очень жду ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Посмотрите, как классно вписалась моя сумочка, которую я соорудила летом под этот Болеро, под это Болеро, под этот небольшой миниатюрный жилет. В общем, дополнительный образ, дополнительный аксессуар, который просто как нельзя лучше подошел к этому очень коротенькому жилетику. В общем, в принципе, я довольна. Конечно же, если бы была здесь бахрома, то это бы вообще вписывалось, ну, на все 100% в образ с этой сумочкой. Ну, ничего страшного, может быть, оно и к лучшему. Бахрома, как говорится, обязывает какие-то дополнительные аксессуары, не ко всем вещам подойдет. Может быть, оно и к лучшему. Короче, все, что делается, я считаю, все к лучшему. Очень надеюсь на ваши комментарии. Напишите мне их. С удовольствием почитаю ваше мнение. Ну, а на этом все. Всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.